Нет. Что? А? Нет. Нет. Это что? Нет. Да. Запись пошла. Итак, на 7.10.16 года мы испытали нашу новую вакцину. Настал тот день. Почему нет? Я... Давай. Я сбежу. Ты кто? Сначала я хочу ему что-то с пилочкой сделать. Нет. Нет! Лоренц. Парень, что ты делаешь? Отпусти меня, чтобы я тебя навалял. Тогда кадычок тебе выбьет. Нет, нет. Нет. Он нужен целёхненьким. Блин. Колено выбью. Нет. Ты издеваешься? Вы мне коллега, сделайте. Мы же его будем испытывать. Пальцы отрежу. Нет. А вот пальцы точно нет. Не надо. Нет. Нет, Лоренц. Хватит. Он достаточно напуган. Теперь можно. Так можно до инфаркта довести. Записывай происходящее. Нет. Что это? Нет. Нет. Давай, давай. Нет. А! Нет! 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 Где? Ой, блин, голова болит. Ладно, эту проблему нужно решить. Позвоню как Андрею. Так, номер, контакты, Андрей. Серёга? Алло, да. Алло, привет. А, да, привет. Слушай, у меня тут случилась такая проблема. Можно к тебе сейчас прийти и поговорить? Да, да, давай, приходи. Здесь не забыл, где я живу. Хорошо, скоро буду. Пока. Блин, что-то голова болит. Блин, там кто-то идет. О, ветка. Как ни странно, выбросили прямо возле его подъезда. О, привет. Все, короче, дошел. Короче, у меня вчера случилась такая история. Слушай. Получается, вчера ночью я шел по темном переулке. Из-за угла вышли два пацана. Они меня избили до потери сознания. Потом я проснулся, проснулся уже в каком-то бункере или в подвале, я не знаю где, я не помню почти ничего. Короче, они начали надо мной издеваться, они начали меня всякими инструментами пугать, всякими пилками, молотками, ножницами. Я тогда меня поднялся экстримный страх. И потом они взяли какой-то шприц и какую-то вакцину, они мне ее вкололи. У меня пошла жесткая боль в голову, сразу пошла реакция. Начал я корчиться от боли. И потом я заснул.
И проснулся уже в гаражах. Они меня выбросили там, вот негодяи. Что Короче, ты сейчас чувствуешь? Сейчас чувствую маленькую боль в голове. Может, это с чем-то связано, но ладно, забудем. Пришел к тебе, чтобы объясниться и сказать, поможешь мне найти их? Конечно, ты же мой друг. Ладно, одевайся. Ага. Я пока тут... Пока похожу... Ой, голова болит. Помоги мне встать. Я не знаю, как это, стоп. Я, получается, просто шел, спотыкнулся. У меня сразу резко заболела голова. Я здесь. Телепортировался, можно сказать так. Походу, это и есть та способность, которую они мне вкололи. Это эффект от вакцины. От вакцины. Так себе. Да, походу, у меня голова очень сильно болит. А сейчас сегодня не сможем? Нет, я сегодня не смогу. Давай завтра в 12 часов возле моего подъезда, возле лавочки с пинкой, встретимся. Хорошо, я буду. Ладно, давай. Пока. Уже утро. Сколько там времени? 12 часов. Блин, Андрей, наверное, меня уже заждался. Надо спешить. Да, вон лежит. Серёж, ты не поверишь, что это было? Ты не поверишь. Что, невозможно, как? Я с того балкона к тебе телепортировался. Телепортировался. Как? Не знаю. Короче, у меня есть предложение. Говори. Сейчас я хочу попробовать телепортироваться вдвоем. Невозможно. Ты уверен? Не знаю. Пошли. Давай, для начала легонький разок попробуем туда телепортироваться. Давай руку. Да, у нас это получилось. Невозможно. Дай пять. Невозможно, невозможно. Ладно, ну что, начнем? О. Давай руку, наберемся экстрима. О. Чёрт. Неожиданно. Давай, ты налево, я наверх. Пошел. Когда нужно телепортироваться, надо думать лучше о следующем месте. Ладно, идем дальше. К новому месту. Сейчас увидишь. Давай руку. Да. Где это мы? Это следующий конец крыши. Ладно. Я пошел. А ты же хотел туда на обратно. Невероятно. Да ты крут. Погнали, погнали! Иди мне.
Сейчас. Кто? Заброшу.